Москва, 9 Сен, Эрспорт. Мужская сборная России по баскетболу не отобралась на Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро на чемпионате Европы после победы сборной Финляндии над командой Боснии и Герцеговины в матче группового этапа Евробаскета, который проходит в эти дни во Франции, Хорватии, Германии и Латвии. Финны в среду в матче группы А обыграли боснийцев со счетом 88:59, 19:12, 22:15, 31:15, 16:17. Самым результативным игроком в составе сборной Финляндии стал Джамар Уилсон, набравший 16 очков, а Петери Капонин, представляющий подмосковные Химки, добавил 14 очков. У боснийцев лучшим с 14 очками был Драшко Альбиянич. Этот результат лишил сборную России шансов на выход в плей-офф, при этом путевки на игры получат только финалисты чемпионата Европы, а на предолимпийский отборочный турнир попадут команды, занявшие место с 3 по 7. Сборная России сохраняет шанс отобраться на Олимпиаду, получив право выступить в отборочном турнире, если будет выбрана хозяйкой одного из 3 предолимпийских отборочных турниров, либо может быть приглашена к участию в отборочном турнире, если проведение такого турнира будет доверено одной из европейских команд, которая ранее уже завоевала путевку в отборочный турнир. Сборная России, потерпевшая 3 поражения в 3 матчах чемпионата Европы, позже в среду встретится с действующим обладателем титула командой Франции.